В областной столице завершаются гастроли нового проекта российской государственной цирковой компании «Легенда цирка». Шок-цена. Все билеты по 500 и 700 рублей. Какие еще сюрпризы будут ждать зрителей на представлении, которое выпадает на масленичную неделю, расскажем в сюжете далее. Открывает программу эффектное и зрелищное лазерное шоу. Цирка – это клоуны, жонглеры, дрессированные животные. Удивляет зрителей всех возрастов воздушная гимнастка Любовь Ульянкина. Она будто танцует под куполом цирка, кружась в балетном футе. Гвоздь программы – конно-акробатическая композиция под руководством Тамерлана Нукзарова. Это единственный в России конный номер в жанре «Почто-половецкие пляски». В финале на арене одновременно почти два десятка лошадей. Заключительные шоу «Легенда цирка» совпали с масленицей, поэтому все гости смогут не только насладиться невероятно красочным, динамичным и ярким шоу, но и отведать праздничных, наивкуснейших блинов прямо в цирке. У жителей и гостей столицы Верхневолжья будет уникальная возможность провести масленицу ярко, вкусно и запоминающейся, а главное, по привлекательной цене. Все билеты по 500 и 700 рублей.